Всем доброго времени суток. Ну что ж, ждем, продолжаем ждать, от когда Таиланд откроет границы, и мы снова сможем посещать любимый семейный курорт Хуахин. Ну а пока у вас есть возможность посмотреть наш сайт ключиотхуахина.рф, прицениться, узнать больше информации о комплексе. Также вы можете продолжать задавать мне вопросы, если вы уже планируете посетить семейный курорт Хуахин. Если же вы впервые слышите об этом курорте, у вас есть время узнать побольше об этом курорте из интернета. Его расположение, особенности и плюсы. И почему именно его выбирают семьи с маленькими детками. Я сама мама четверых деток, поэтому я все точно знаю о комфортном отдыхе с детьми. Но пока я так же, как и вы, скучаю по Таиланду и жду, наконец, когда я смогу туда вернуться. И буду встречать своих гостей. Ну а пока ждем, планируем, мечтаем, надеемся на лучшее будущее.